Геометрия украшения елки. Советы. Первая идея. Второе. Геометрия распределения декора. Но мы начнем именно с геометрии, ведь это 99% успеха. Вы можете украсить елку абсолютно одинаковыми шарами, и она будет выглядеть стильно, а можете потратить на украшение елки неделю. И она будет безвкусной только потому, что не соблюдена геометрия. Итак, к практике. Елку украшают по заранее задуманной геометрической схеме. Выберите одну из ниже приведенных схем, или напротив, придумайте свою, но предварительно обязательно прорисуйте схему на бумаге. Винтовое расположение, все от гирлянд до игрушек расположено в винтообразном стиле с равными расстояниями между оборотами. Круговое расположение, гирлянды, ленты и игрушки расположены кольцами с равными расстояниями сверху до низа между кольцами. Декора, точечное расположение, весьма популярное, декор распределяется на одинаковом расстоянии, а гирлянда прячется в глубину веток так, чтобы огоньки светились от ствола. Особенно хорошо смотрятся в этом расположении искусственные елки с подсвеченными иголками, сочетание расположений смелый ход для тех, кто готов много работать и креативить. Одно из популярных направлений игрушки вешается горизонтальными кольцами, а широкая лента выкладывается винтовым способом, разрывая кольца игрушек. В сочетании цветов декора тут нет единого правила, но есть общие рекомендации, которых стоит придерживаться, особенно если у вас стильные и креативные елки. Одноцветный декор. Особенно хорош выбор, если у вас елка необычных цветов, таких как белая, голубая, красная или любого другого цвета, кроме классических зеленых оттенков, двухцветный декор. Рекомендуется новичкам в декорировании. Особенно популярен стиль для украшения елок в офисах и на рабочих местах. Дома стоит осторожно использовать этот выбор, чтобы все-таки создать уютную домашнюю атмосферу, а не холодный изысканный фэшн. Единственный случай, когда двухцветный декор однозначно выигрывает дома, разнообразные игрушки, разных размеров и фактур при этом. Выдержанный в двух оттенках, декор, состоящий из 3-5 оттенков. Рекомендуется для создания атмосферной домашней елки, но предварительно стоит проверить сочетание цветов или выдерживать все в традиционных оттенках. Итак, мы разобрали все основные нюансы для стильного и креативного украшения елки, теперь перейдем к детальному рассмотрению праздничных композиций. Хобби на елке, идеи, фото. Для тех, кто любит шить, вязать, валять и заниматься квиллингом, Новый год – отличное время, чтобы показать свое мастерство. Поэтому или убирайте стеклянные игрушки полностью, или смешивайте их с игрушками, сделанными своими руками, и презентуйте миру уникальную креативную елку. Для тех, кто только осваивает фоамиран, мы рекомендуем детальный мастер-класс по созданию роскошного новогоднего декора, который можно использовать как на елке, так и на рождественских венках. Видео пуансетти «Рождественская звезда из фоамирана». А вот как выглядит елка с данным видом декора. Для тех, кто много шьет, мы рекомендуем запастись фетром и уже сейчас начать готовить игрушки в единственном экземпляре на новогоднюю зеленую гостью, а основным персонажем выбрать героя 2019 года, милашку-поросенка. Текстильные и вязаные игрушки сейчас в тренде, но самой популярной в мире считается смешанная техника, в которой используется сразу несколько видов рукоделия. Мы предлагаем лишь идеи для вдохновения, и уверены, что они подскажут вам направление для вашего творчества. Декупаж и квиллинг – два направления, стремительно набирающие популярность. Мы предлагаем несколько идей для вдохновения и создания своей, уникальной, бумажно-деревянной елки. Сладкая елка – классический креативный вариант для детей. В вашем доме подрастают детки и регулярно трусят елку. Не стоит украшать елку стеклянными шарами в целях безопасности. Добавьте к пластиковым игрушкам и шарам восхитительные конфеты, пряники, печенье и другие сладости. Хотите создать уютную атмосферу дома, украсьте елку имбирными пряниками, палочками корицы и ароматными цитрусовыми плодами. Дом наполнится вкуснейшим ароматом, а детвора не будет отходить от пышной красавицы. Яркая елка, фото для украшения елки можно использовать одинаковые по размеру шары различных цветов, размещая их от цвета к цвету, как показано на фото. Предварительно на елку стоит надеть гирлянду, и при ее включении шарики будут сиять незабываемо. Морская тематика декора елки. Любите морскую полоску, море и привозите из путешествий всевозможную морскую экзотику.
доставайте все это из дальних из ящиков и скорее натирайте. Ведь елку можно украсить в традиционном бело-синем цвете, но при этом с морской тематикой. Тут пригодится все, и звезды, и кораллы, и кораблики, и ракушки. Все, что подскажет вам ваше вдохновение. Елка, украшенная цветами, фото. Кто сказал, что цветы для лета, а стекло – для новогодней елки? Всемирно популярные дизайнеры интерьеров предлагают для милых девушек восхитительное решение – елку, украшенную цветами. Это могут быть как бумажные, тканевые, так и настоящие цветы, которые перед тем, как повесить, вставляют в кусочки поролона, пропитанные специальной жидкостью для длительного поддержания влаги. Купить такую основу можно в цветочном магазине. Елка без елки, идеи, новогодние композиции, фото. Если вы уже испробовали все способы и ищете новые идеи или напротив только начинаете и у вас мало времени и нет подручных материалов. А может и даже самой елки, мы предлагаем креативное решение. Итак, первая лаконичная, простая и при этом восхитительная креативная идея – елка из гирлянды. Сделать ее весьма просто, вставляем кнопки в стену так, чтобы образовалась елочка и на них подвешиваем гирлянду. Для того, чтобы идея была интересной и визуально привлекательной, располагайте елку возле розетки, чтобы избежать некрасивых проводов. А также на однотонной стене, чтобы она не потерялась среди рябеньких обоев. Есть однотонная стена, срочно бегите за мелками и создайте свою неповторимую елку. Для тех, кто считает, что не умеет рисовать, мы вас уверяем, мел всегда можно стереть и поправить. Любите читать? Отлично, соберите все книги в одном месте на новогодние праздники, ведь в это время нужно веселиться и книги точно вам не пригодятся. Дополнительно украсьте верхушкой и гирляндой. Несколько минут и роскошная экспозиция готова. Этажерка или так называемая раскладная деревянная лестница – отличный ко-способ украсить елку, ведь почти все этажерки сделаны с сосны, и при этом сохранить живую елочку для будущих поколений. Декорировать можно гирляндами, игрушками, лентами и даже конфетами и пряниками. И в заключение мы добавим фото и видео с обзором самых креативных елок мира.